Добрый день, представляю вашему вниманию Микс Премиум Крем Англия. Подробная информация в ссылке под описанием. Начнем вот с таких классных шорт, юбка-шорты, Clock House, евро 38. Здесь блуза H&M, евро 42. М-платье, очень такое прям классное, хорошо тянется. Мне кажется, на L тоже подойдет. Блуза, размерчик LXL, немного просвечивает. Евро 38 джинсы с потертостями. Блуза S-очка шифон. 42 размера блуза, штапельный материал. Zara, евро 38 джинсы. Плотные, классные. Здесь у нас жакет LXL. Вот. Так, платье. Много вещей с бирочками. Размерчик M. C&A. Платье легкое такое. Рубашка джинсовая, евро 34-36. Здесь у нас юбочка. XS бежка. Топ-шоп S топ. Шорты, штапельный материал Джессика S. Топ атласный L. L блуза просвечивает немного. 36 размер джинс. Такие вот с бирочкой. Под замшу материал жакет S. На М тоже, в принципе, подойдет. Здесь у нас... Ой, вот так вот. Здесь у нас вот такой вот комбинезон. Размерчик SM. Евро 36 блуза. Юбка такая прям мягкая, приятная к телу. S-очка. Красивая очень. Джемпер на пуговках M. Брюки. Размерчик не указан, я думаю, SM. Жакет M. Forever 21. Так, здесь у нас M Nev Look блуза топ. Юбка M шифон с подкладом. 158-164 футболочка такая вот с люрексом вязаная. Платье на тонких бретелях S H&M. Евро 36 джинсы. Так. Блуза топ-шоп. Евро 36, очень такой насыщенный, красивый цвет. Платье Polo G-Star S, спортивный трикотаж. 44 размера вот такая вот блуза, может даже как платье. S, футболка G-Star, джинсы G-Star тоже, размер 26. Топ Clock House, евро 36, штапельный материал. Здесь Esmara XS, S, платье Polo. Спортивный трикотаж леггинсы, размер S. Топ спортивный трикотаж без бретелей, размерчик 40-42. Без чашечек, здесь у нас блуза L, ML, даже так. Евро 36 брюки, велюровые. Здесь у нас XL, 2XL, топ шифоновый просвечивает. M, топ на бретелях. Юбка, размер S. Джинсы G-Star, 25 размер. Так, здесь у нас такой вот кардиганчик SM, легкий. Vera Moda, евро 36, платье такое шикарное. Юбка, размер S. SM футболка, брюки Jessica XL вязаные, но они достаточно такие легкие. XSS платье, Chicory M блуза шифоновая, Clock House M юбка. Так, здесь у нас блуза, размерчик ML, платье S, красивая спинка открыта. Блуза, размер M, джинсы с потертостями, евро 40, такие вот с необработанными краями. S, футболка, на пуговках в рубчик, only 42 евро, размер топ. Юбка S, штапельный материал, XS, платье C&A, шифоновая блуза, евро 34 просвечивает, джинсы. Размерчик так, не указан. А, мотиви.
Евро 34-36, такие они укороченные, распрешенные, с необработанными краями. Здесь у нас кардиганчик евро 40-42 с одной пуговичкой. Джинсы евро 36 с потертостями, с дырочками, необработанные края. Эсмара SM джемпер на пуговках. Платье сеточка S Oliver S. M футболка. Топ S. Футболка L. Шорты джинсовые евро 36 с цветочками. Такая вот жилеточка вязаная ML. Жакет евро 40 с подплечниками. Топ штапельный материал Blockhaus евро 36. Блуза Vera Moda M просвечивает немного. Джинсы размерчик евро 40. Блуза М, шифоновая блуза, 34 евро. Джинсы 27 размер, скини. Спортивный трикотаж майка, евро 38-40. Футболка в рубчик Blockhaus SM. Платье на бретельчиках вот таких вот тонких. Так, размер не указан, я думаю, что это SM. Без чашечек идет. Шорты Эсмара S. Юбка S, XS футболка, платье S, шейн, такой вот, с кулисками по бокам. Блуза шифоновая M просвечивает. Топ на тонких бретелях XL. SM тонковка. XS, XSS платье шифоновое с подкладом. Блуза M, Vera Moda штапельный материал. Здесь у нас M, Джессика, такие удлиненные шортики. Здесь вот, я так понимаю, для будущих мам. Резиночка такая высокая. L топ на тонких бретелях. S кардиганчик. Тонковка S. Эсмара. Так, здесь у нас платье 42 размер. Без чашечек и без бретелей. Топ кривит. Спортивный трикотаж S. Так, юбочка 2XS. Спортивный трикотаж. Блуза L. Юбка 44-46 размер, очень такая классная. М, такое как болеро вязаная. Евро 40, спортивный трикотаж майка. Том Тайлор XL, тонковка. Топ. Так. Евро 36, S, тонковка, CND. Blockhaus. Топ. Евро 34. На тонких бретелях юбка 36-38 евро. S кривит, спортивный трикотаж майка. Юбка Asos евро 34. M кривит топ, спортивный трикотаж. Топ Blockhaus евро 38, штапельный материал. Джинсы. Джинсы размер 24. Платье Zara XSS. Футболка L, комбинезон джинсовый, Only 40 размер, с потертостями, с дырочками, очень прикольный. Здесь у нас боди 2XL, грубчик, тоже классная боди. Шорты удлиненные, спортивный трикотаж XS, кардиган S Oliver, размер 38. Это еще не все. Дальше. Такой вот топ Asos S размер, платье L H&M, не просвечивает, легкое, очень дышащее, 40 размера джинсы. Так, здесь у нас кардиган размерчик ML, блуза евро 44 штафельный материал, топ с чашечками, спортивный трикотаж кривит ML. Здесь у нас такая вот толстовочка размерчик XL, 2XL. Шорты S, XL тонковка, юбка вязаная, такая прям мягкая тонкая вязка L Vera Moda, тонковка XL, 2XL, может даже на 3XL подойдет. Шорты евро 36 бежка, 50 размера такая вот футболочка. Брюки 2XL флисовые, блуза
зебра М шифоновая Only L, такой вот жакет, 4XL флисовая рубашка, очень мягкая, классная. Также еще в лоте есть аксессуары. Начнем вот с таких вот подсвидений. Дальше пойдут колготки. К сожалению, на них не указан размер. Какие-то подлиннее, какие-то покороче. Вот, но по ощущениям они одинаковой плотности. Дальше вот такой вот верх от купальника XS с косточками, без чашечек. Здесь у нас тоже верх от купальника Эсмара, размер 40B. Такой вот он красивый. Так, здесь у нас тоже верх от купальника 146-152 CND, без чашечек. Вот такие вот трусики для плавания. Здесь у нас Эсмара Евро 40-42, здесь у нас Эсмара Евро 36-38. Так, вот такие вот мужские трусы хлопковые 6XL и боксеры вот такие вот хлопковые 4XL. Такой вот шарф летний, тоненький. Вот такой вот шарф, как по лунтинчикам идет, большой. Также вот такие вот колготки, размерчик М, телесного цвета, и 70D. Так, здесь у нас, так, что у нас здесь, маечка вот такая вот, Эсмара Эсочка, 36-38, такая темно-синего цвета. Так, здесь вот такая вот блуза, размерчик М, синего цвета. Шорты такие вот, 36 размер, серые, графитовые, классные. Джинсы вот такие вот, 36 размерчик. Так, здесь у нас вот такая футболка на пуговках S. И вот здесь маечка, вот такая белая S-очка. На этом все. Спасибо за внимание. Подробная информация в ссылке под описанием.